Не понимаю, что так мистично. Давай, давай. Намаха ом вишну падая ради проекта ятмани шишима тахтарита нараяна намине ванча калпатару вишча крипа сэндуде вача пати гана шбаванэндио вайшнавэндио намо намаха. Так лучше не убрать их. Эх, эх, просто на добрая. Харе Кришна. This face is like this side. This face, that face, yes. Мы сейчас пели замечательный киртан Шри Кришна Чайтанья Прабху Дживедуя Горя. В этом киртане поется о том, что для того, чтобы предаться Господу, для того, чтобы в полной мере обрести милость Господа, то есть милость Господа, Господь проливает свою милость везде и повсюду, на каждого в равной степени. Он любит, но все-таки можно обрести Его особую милость. Для того, чтобы наши молитвы были услышаны, это только Он исполняет наше желание. Так вот, для того, чтобы наши молитвы были услышаны, для этого нужно иметь 6 особых качеств предания. Предание на санскрите называется Шаранагати. Прежде была одна цивилизация и одна культура. И поклонялись одному единому Богу, Верховному Господу. И в каждой религии до сих пор, даже если она внешне отличается по-разному, все равно основывается на предании Господа, о том, что нам нужно возлюбить нашего Творца и тот, кто нас поддерживает. Нужно построить с ним взаимоотношения. С чего же начинается эта любовь? С чего начинается любая любовь? С чего начинаются любые взаимоотношения? Здесь на санскрите называется Шаранагати. И Шаранагати — предание, обладая 6 качествами. Первое качество — это даиня на санскрите, или смирение. В принципе, можно всех назвать вайшнавами во всех религиях. Вайшнавы — это те, которые поклоняются Верховному Господу. Но какие же при этом настоящие вайшнавы обладают качествами? Смирение. Если человек хочет, чтобы его молитвы были услышаны, то ему нужно развивать в себе качество смирения. Смирение, чем травинка. Что бы означает быть смирение, чем травинка? Травинка, любая травинка, она все равно, хоть даже самая маленькая, но она занимает какое-то положение в этом мире. У нее свое положение. И даже если ее на нее наступить, она все равно потом встанет и займет свое положение. Но что такое, что за качество смирения у вайшнав? Вайшнавы, они не стремятся ни к какому материальному положению в этом материальном мире. Потому что любое положение в этом материальном мире бренно и иллюзорно. Иллюзорно, потому что оно не вечно. Какое бы тебе положение дали, сегодня ты царь, завтра ты раб. Послезавтра ты мужчина, потом ты женщина. Сегодня ты человек, а завтра ты птица. Послезавтра ты червяк. Любое положение в этом мире тленно. Любое обретение в этом мире тленно. Все, что мы имеем в этом мире, мы обязательно потеряем. Обязательно. Просто вопрос времени. Все, что у нас есть, мы это обязательно потеряем. И поэтому очень глупо держаться за какое-то материальное положение. И вайшнавы говорят, что нужно построить свои взаимоотношения не с этим материальным миром, в котором ты что-то очень временно имеешь, и за которое ты будешь потом сильно страдать. Вайшнавы говорят о том, что важно построить вечные какие-то взаимоотношения, которые уже никогда невозможно потерять. Когда у тебя есть вечные взаимоотношения, когда у тебя есть вечный друг,
то тогда эта дружба никогда не прекратится. Любая дружба в этом материальном мире, она все равно в какой-то момент прекратится. Либо друг может тебя предать, либо у тебя обстоятельства изменятся, либо друг может умереть. Могут быть самые разные обстоятельства. Поэтому вайшнавы говорят, если мы хотим настоящую дружбу, если мы хотим настоящую любовь, то нам нужно строить свои взаимоотношения с тем, кто никогда не умирает, кто никогда не предает, который любит нас больше всего на свете. И тот, который самый красивый, и тот, который самый великодушный. Вот если такой умный человек построит взаимоотношения с ним, то он обретет настоящее счастье, то тогда начнется его настоящая жизнь. Не жизнь в иллюзии и жизнь в страдании. И для того, чтобы... Кто же является нашим вечным другом? Тот, кто для нас подарил этот мир с его зеленью, с его цветами, с его плодами, с его животными, с его птицами, со всеми. Нам он подарил наши семьи. Он нам подарил наших близких. Кто нам все это подарил? Разве мы выбирали свою семью? Мы выбирали страну, где родились? Мы выбирали друзей? Нам все это подарили. В каком случае могут подарить хорошее? Только когда вас любят. Только из любви можно подарить настоящие подарки. И поэтому Творец, который все это сотворил, Он это сделал из большой любви к нам, из большой заботы о нас. Здесь все идеальным образом сделано для нас. И поэтому самый разумный, хотя самый благодарный человек, самый разумный человек, он будет что-то делать для него. В этой песне поется о предании Господа. Мы на самом деле думаем о том, что это мы вершители своей жизни, своей судьбы. Мы думаем, ну вот я строю взаимоотношения, я и в школу отучился, и сам я работу выбираю, и сам я выбираю друзей. Это иллюзия, что мы в этом мире что-то выбираем. Даже наше тело внутри работает не по нашему желанию, мы не можем управлять ни печенью, ни легкими, ни сердцем, ни своим сном. Если ты захотел в туалет, ты должен туда пойти. Хоть какими бы ты практиками сдержания не занимался. Если ты хочешь пить, тебе нужно попить. Как там идеально все в каждом теле построено. Каждая клетка работает идеально. Кто же управляет всем этим? Какая любящая личность делает так, что я живу в этом теле и радуюсь своей жизни? Кто это делает для меня, если не я это делаю? Ничего само в этом мире не происходит, нигде и никогда. Это Он заботливо смотрит за моим телом. Это Он заботливо делает все мои жизненные обстоятельства и дает мне самых замечательных людей, которые даруют счастье. И которые дают замечательных людей, которых можно любить и тоже дарить им счастье. Кто является источником всего, что существует вокруг? Только Он. Кто является источником всей красоты? Конечно, Он. И поэтому наши взаимоотношения нужно строить именно с той личностью, с той необычайно разумной, великодушной, самой красивой личностью, являющей источником всего сущего вокруг. И вот Он уже никогда не предаст. И вот Он будет... Если твой друг президент, что ты при этом будешь чувствовать? Ты будешь чувствовать о том, что теперь у меня везде в правительственных кругах открыты двери. Потому что если я приду и скажу, что мой друг президент, то меня будут все принимать с цветами. И говорить еще и показывать. Все фотографироваться со мной будут, что я вот тут с другом президента. А если твой друг — это творец всего сущего? Если твой друг, настоящий друг, тот, который управляет всем, он находится в каждом атоме, он управляет всеми людьми, и он твой друг.
твой лучший друг. Что можно при этом чувствовать? Это значит, слуга, такой друг, он способен на все, он будет так же всемогущен, как Господь. Точно так же, как когда Господь принимает кого-то себе в друзья, друг обозначает на том же уровне. И вот в этой песне поется о том, что сначала нужно верить себя ему, довериться ему. Вначале нужно положиться на то, что все, что он дает в нашей жизни, это все благоприятно для нас. Нужно ему довериться. Нужно развивать в себе качество смирения. А? Что? Бог рад вообще солнце. А что солнце закрывает свое? Ну солнце, оно солнце. Зачем оно солнце закрывается? Оно солнце. Вы видите? Не мешайте, пожалуйста. Оно солнце. Вы Богу верите солнце. Значит, должно Бог солнце. И светить везде, правильно? На солнце глазами смотреть, да? Нет, ну я хочу смотреть. А вы садите сюда на солнце рядышком. Ну, Бог, солнце, оно светит. Ну, все, she said, she's intoxicated, Maharaj. She no meaning completely. She is telling the sun is God. Why you are hiding from sun? Можно, конечно, только... Вы только не мешайте, потому что он будет говорить это девушка. К нам приехали из Индии, и россияне, они всегда же очень гостеприимные люди, правильно? И россияне очень культурные люди, очень цивилизованные, у нас очень древняя культура. И поэтому нужно очень цивилизованно себя вести, чтобы показать. Если вам глаза светит. Вопросы можно задать у близ сидящих каких-нибудь, не обязательно кричать на все, ладно? Ну понятно. Ничего страшного. То есть объяснили потом. Я понимаю, что Бог Ра – это солнце. Вы хотите на себя все внимание забрать, девушка? Ну давайте будем цивилизованно себя вести. Так вот, для того, чтобы наши молитвы были услышаны, для того, чтобы наши просьбы были услышаны, для этого нужно быть смиренным, развивать в себе смирение. Даиния называется. Смирение, чем травинка, и терпеливее, чем дерево. Смирение, чем травинка, обозначает, что даже если какие-то трудности пришли к тебе в дом, нужно их воспринимать как особую милость тебе, Господа. Нужно не противиться им. Если терпеливее, чем дерево, насколько деревья терпеливы, сколько, как много мы можем поучиться у деревьев. Деревья даруют нам листву, кору, плоды, цветы. Ну, в России, да, деревья не слишком много цветов и плодов даруют. А в Индии там все деревья практически в цветах и плодах. Даже если ты дерево срубаешь под корень, оно тебе ни слова против не скажет. Оно будет терпеть и подарит тебе свои плоды, подарит тебе свою листву. Так вот, если мы хотим, чтобы Господь слушал наши молитвы, чтобы на самом деле был нашим другом, человек, он должен занимать выше положение, чем дерево. Если даже деревья так терпеливы, то человек, он находится на самой высокой ступени. Мы же пример всем тем, кто находится в этом мире и не так сильно могут задумываться над этим. Далее, Тарура Писохишнана. Амалина Мадина, Китания Садахари. Амалина Мадина. Нужно научиться выражать почтение всем вокруг. Нужно научиться, по крайней мере, очень вежливо друг с другом говорить, чтобы не причинять боль человеку. У каждого человека есть свои эмоции, свои желания. И сходятся ли они с нашими желаниями или не сходятся, но все равно нужно уважительно к каждому относиться. И даже не каждому человеку. Каждой живой твари, которая находится здесь вокруг нас. Каждой собаке, которая бегает. Не нужно ее при этом бить. Не нужно над ней издеваться. Над котами, над коровами, даже над насекомыми. Почему? Потому что в
каждом из них присутствует Господь, который да подарил ему эту жизнь. В каждом атоме. Ученые не могут понять, за счет чего электроны крутятся вокруг протонов и нейтронов. За счет того, что в каждом атоме тоже находится Господь. И Он управляет всем. И поэтому все вокруг, это все, ко всему нужно развивать уважительное отношение. И тогда не будет войн, и тогда не будет ссор, и тогда не будет агрессии. И вот тогда наши молитвы услышит Господь. И вот тогда наши страдания, наши беды, несчастные случаи, все это прекратится. Только потому, что мы сейчас очень плохо относимся друг к другу, только потому, что мы агрессивны друг к другу, потому что мы причиняем боль, эта боль возвращается в нашей жизни. Оно всегда будет по принципу, что посеешь, то и пожнешь. Если ты кому-то даруешь боль, ты боль получишь обязательно в том или ином виде. Если ты кому-то, кого-то ранишь, тебе обязательно это придет, и не на кого потом надо будет кого-то в этом обвинять. Только сами после. Все, поэтому Господь учит нас, вайшнавы учат нас. Все, что приходит к нам в жизни, и все плохое, и все хорошее, это нужно научиться принимать, это нужно доверять при этом Господу. К этому относиться как особая милость Господа. И не требовать уважения к себе, стараться. Да, это очень сложно, да, это придет со временем. Нам всем нужно, кажется, вот, если меня не будут уважать, то я ничего не буду делать. Если меня кто-то там обидел, зачем я ему буду что-то в ответ отвечать? Но вайшнавы учат о том, что даже если самое лучшее, это на самом деле самое лучшее, это когда ты выражаешь всем почтение. Можно с зонтиком. Если есть у кого-то зонтик, можно зонтик держать. Он будет сейчас показывать терпение, смирение и париться под солнцем. Можно вопрос? Потом, чуть попозже. И меня просто попросили рассказать. Есть Махараджа? Ну, правда. Большой, глобальный, мировой практически. Итак, кроме того, что нужно довериться Господу, кроме того, что нужно развивать в себе эти замечательные качества, как смирение, нужно еще относиться к своему Господу как к своему другу. Друг подразумевает, что нужно для него тоже что-то делать, как для друга. И тогда он будет тебе отвечать как своему другу. То есть что мы можем для него сделать? Поскольку он любит всех, кто здесь живет, любит вас всех, то поэтому мы и проводим здесь лекцию для того, чтобы рассказать это как можно большим людям, для того, чтобы у них жизни стали более счастливыми, у них ушли страдания из жизни. В этом мире все страдают, с самого рождения до самой смерти. Одна смерть только чего стоит, одна старость чего стоит. Если мы предадимся Господу, то Господь подарит нам бессмертие и настоящую любовь. Панчакал, который пьяще крепостен, туда вычал, патитана, поганит, пивачна, выпил, наму, намага. Huh? И дулеха can speak of the search for happiness. Yes. Yes. Huh? Yes. 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 Всемирно известный учитель йоги. Он ездит по разным странам. В России просто у нас сейчас так получилось принять в Самаре первый раз. А так обычно Москва, Санкт-Петербург, другие крупные города. А документы можешь каких подавать? Можно мне закончить? Можно мне закончить? Нужно стараться поступать как цивилизованные люди.
Так вот, его зовут, он вечный пашище Машива Бхактивиданта Шридхар Махарадж. Теш, вопрос. Еще один вопрос. После Дашь, ты сейчас ответишь? Так вот, вопрос был в том, что как связана йога и религия, да? Да. Так вот, изначальное слово йога с санскрита произошла глагола юч, соединять. Йога подразумевает не физические упражнения. Йога подразумевает связь, союз нас с нечто высшим. Вот это обозначает йога. Подождите, когда нашего Иисуса забивали на крест, подождите, вы сейчас путаете, немного религию, немножко это у нас сейчас разное. У нас сейчас, если хотите поговорить, мы можем после лекции. У нас сейчас идет в формате лекции. Это может быть либо вопрос. Вопросы, когда задают, спрашивают, можно ли задать вопрос. А вот на Украине война идет, вы что там людей не останавливаете? Все. Можно узнать? Все, ладно. После лекции я вам расскажу. Скажите, в каком вы домике находитесь? Можно узнать? Я приду к вам и расскажу вам про Украину. Люди погибают. Извините, мне очень тяжело смотреть, когда люди погибают просто. Ни за что. А вы людям смирение даете вот таким людям. А людям, которые убивают, очень не даете смирение. Можно мы продолжим лекцию? Я к вам приду. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga.
This Harikatha is the degree of alcohol, you know. So the peaceful mind for them is the Harikatha. And another Katha, especially the preaching to them. But yes, that is Harikatha. Yes. This is completely wrong. I was speaking completely in another way, not the... So, this, I think this Harikatha not doing here. You know. Mm-hmm. I think they are staying. They are staying in this room, maybe they are some soul. Yes. We can do Harikatha here, maybe Kirtan sometimes. Yeah. So, not doing any Harikatha. Когда Чайтанья Махапрабху совершал свой Киртан, и когда вокруг было много неподготовленных людей, то они все это делали в Шивасангаме, при закрытых дверях. То есть если мы, это публичные программы, на которых что-то более простое рассказывается. Мы тут даже не можем говорить фактически о значении этих киртанов. Поэтому Махарадж предлагает, давайте делать лекции там, в домике, а здесь можно иногда, если хотите, киртаны просто для людей, а, чтобы никто не беспокоил, а сами будем слушать лекции там. Large pastime, they can understand which mind is completely peaceful, you know, drinking the alcohol, completely mind. Такие возвышенные вещи, как Господь,
они понимаются только чистым рассудком и с чистым сердцем. Они не говорят ни пьяным людям, ни людям, которые как бы, еще вообще абсолютно не подготовлены. Understand? Yes. So, you know, you can tell to her. Ага. Арива? Махарадж сказал, что вот даже как Шивас Чайтанья Махапрабху совершал свои киртаны в Шивасангаме за закрытых дверях, то лучше, если мы лекции будем делать там в домике, ну там поместимся, а здесь можно будет иногда какие-нибудь там пикники или киртаны делать. Что больше причинять беспокойства не будут, потому что первый раз это просто для них неожиданно. Это не гарантия. Да. Это просто мы поговорим. Конечно. They said we will not disturb you. We want to listen. We will not disturb you. Больше не будет проблем. Я скажу администрации, они больше не выйдут и сюда больше не причинят беспокойства. Нам интересно. Можно отдельно делать там для них. Пускай приходит в домик, пытается интересно, когда они приходят. Давайте, если еще до одного инцидента, и тогда уже туда. Хорошо, я администрации скажу, и все, здесь больше ничего не будет. Это просто случайно, извините, Махарадж, что так получилось. Нет, он хочет не дома. Когда вот закрыты комнаты, все люди, которые хотят один раз оплатить. We can do maybe morning here. We can practice to speak ordinary katka. And Bhagavad, we will speak there. В общем, будем делать как? Здесь будем делать утренние лекции, говорить на повседневную, ну как бы на, для новичков, а Бхагавата все равно будет там, в домике. Это будет лучше, а иначе просто мы не сможем войти в настроение. Мы сами никакого удовлетворения не получим. Если мы будем все упрощать до невозможности, мы удовлетворения сами не получим никакого. А здесь будем каждое утро с 10 до 12, мы будем делать поиски счастья, мы будем делать о ведах, рассказывать. У нас как бы, ну, и будет все практиковаться, проповедовать. To the Maharaji, every morning from 10 to 12, everyone will do here practice how to preach. And evening we will do Bhagavatam there. Yeah. Perfect. Yeah. Okay, now how do I do? Можно? Пробуджантам анупетам апетам притам двайпаяна вирахатар аджбхава. Кудрети танмайатая таравурнедум, стам сарвабхута хридаям ниманатасми, Шри Кришна Чайтанна Прабхухананда, Шри Адвайта Гададхара Сривасади Гаурбхатта Вранда, Бала Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, First of all, I offering my unlimited obeisances to my spiritual master, Nitya Prabhishnam Vishnupada Stodara Satya Sri Sri Srimad Bhakti Sri Rupa Siddhanta Goswami Maharaj. After same obeisances to offering my Sikha Gurudev, Nitya Prabhishnam Vishnupada Stodara Satya Sri Sri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, all Vaishnava, Vaishnavi and guest. Прежде всего я предлагаю свои нижайшие земные поклоны. Моему Дикша, духовному учителю, Нитялила Правиштам Вишнупада, Аштотарашата, Шишимад Бхакти Ширупа, Сиданти Гасвами Махараджу, а также моему Шикша, духовному учителю, Нитялила Правиштам Вишнупада, Аштотарашата, Шишимад Шили Бхакти Виданти, Нарайни Гасвами Махараджу. Всем вайшнавам, вайшнаве и гостям. This Bhagavata Katha is the not ordinary pastime. This Bhagavata Katha is the very, 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 very rare Bhagavata Katha. Мы собрались здесь, чтобы слушать Бхагаватам. Повествование Бхагаватам – это самое редчайшее сокровенное знание. Это огромная удача для любого человека услышать об этом. So, Sri Sukadev Goswami, we told Parikhita Maharaj, Parikhita, ordinary person, they cannot listen to Bhagavata Katha.
And this Bhagavata Katha is a very, very rare, the Srimad Bhagavata Katha. What are you doing this? To record it. На стопы. I can hear Maharaj. Then what I tell? Парикши, Шукадев Госвами сказал Парикшиту Махараджу о том, что Бхагават Катха, она не для обычных людей. Она для очень редких и очень-очень удачливых душ. Yes. So, Shukadev Goswami telling, Janmantare Bhaveta Punyam Tatha Bhagavata Labhyam. You know? Then somebody came to Bhagavata Katha, listened to Bhagavata Katha. You know, if you are some Janma, Janmantara, Janma, birth and birth, they are collected some Bhakti Unmukha Sukruti. Punya he cannot give to Bhagavata Katha. Punya only gave to until Bhurubhuva Soha Brahmalok, you know. After Brahmalok, your Punya finishing, again came this material work. Only Bhakti Unmukha Sukruti, if somebody did, then only then Bhagavata Katha pursued from listening. Бхагават Катху человек может слушать, только если у него очень много особого сукрити, особого благочестия в прошлых жизнях, связанного с бхакти. А для этого недостаточно иметь обычное материальное благочестие, для этого недостаточно делать какие-то дела в этом мире, открывать больницы, раздавать милостыни, спасать кого-то. Этого недостаточно для того, чтобы понять Бхагават Катху. В результате добрых дел человек может добиться высокого положения как в этом мире, так и в высших мирах. Но это не определяет, что человек сможет, у него появится возможность слушать и понять Бхагаватам. Even Sri Shukadev Goswami told, O Parikshit Maharaj, even this Bhagavat Katha is present in the heaven planet, you know. When Sri Shukadev Goswami, he want tell Parikshit Maharaj Srimad Bhagavat Katha, this is the 33 crore, this million, they are demigod, Indra, Chandra, Bayu, Varun, all demigod, they are bring this nectar from the heaven planet came here. Everybody want to go to the heaven planet, drink this nectar. You know, they are full of nectar, bring and came to see Parikshit Maharaj Srimad Goswami, tell whole Amrita you can take nectar and only tell some Bhagavat Katha, and they tell, he chased with them. Это необычайно сокровенное и редчайшее знание. И его нет даже там, где живут боги наверху, которые управляют всем. Там живут правители этого мира на высших планетных системах. И они пьют там свой божественный нектар, из-за которого у них очень-очень долгие жизни. По сравнению с нашими можно назвать бессмертием. Но в абсолютном значении нет. Но даже им недоступно это знание. Это доступно знание только в этом мире за счет того, что сюда приходят вайшнавы и рассказывают об этом. Когда Шукадев Госвами, великий поэт, сказитель Шримад Бхагавата, хотел рассказать это Парикшиту Махараджу, тогда императору всей земли, всей планеты, полубоги появились перед ним и пригласили его к себе. Они предложили свой нектар бессмертия взамен на то, чтобы услышать Шримад Бхагаватам. Парикшиту они предложили, пусть Парикшит Махарадж, если у него проблемы, он выпьет этот нектар бессмертия. А вы расскажите нам эту катху. И Шукадев Госвами рассердился на них. Он сказал, что у вас нет веры, вы недостойны этого слушать. Вы думаете, ваш нектар бессмертия равен этой катхе, и он прогнал их вместе с их нектаром. Yeah. So, Srimad Bhagavat Katha, he gave example. Oh, Hare Krishna can tell to everybody. You want, you are this summer, they have not so many devotees here. Uh-huh. I want slowly spread this Hare Katha, and slowly you can make some new devotees. So, Prabhupada told, I am not make any disciple, I am make everybody guru. So you are also one, when you are living, you are saying 6 days, you are trying to teach to you. After us, you can continue to preach to this Harikatha. So who listening Harikatha, everything try to notes. Mm-hmm. After this Harikatha, you can speak to somebody. Maharaj говорит, у вас в Самаре очень маленькое общество преданных. И поэтому я хочу, что то, что я буду здесь давать,
чтобы вы этому очень хорошо научились и смогли об этом рассказывать другим для того, чтобы увеличивать это общество. Он сейчас попросит, чтобы у всех были записные книги, ручки, тетради, чтобы все это можно было у себя оставить, чтобы потом возобновить, не потерять. Хорошо. Нам надо сходить тогда в домик у нас. They have to bring Maharaj notebook and pen. Да-да-да. Сейчас листочки разберите. So this is the order of Mahaprabhu, and this is the order of Krishna. Aljeev is the my son, Aljeeva's son. They are forget to me, and they are suffering this material world. Yeah. If somebody's son is the last, and is somebody, and he, this is the father, is the so much thinking about this son. If somebody find out this son and bring to him, this father becomes so happy like this. You are everybody's son. If you bring some people, bring the spiritual life for Krishna, Krishna becomes so happy to you. Господь знает, Господь Кришна знает, что все страдают в этом мире. И Он знает обо всех наших страданиях. И Он хочет помочь нам. Он знает, что без наших взаимоотношений с Ним, пока человек не начнет свои взаимоотношения с Господом, он никогда не будет счастлив и всегда будет страдать. И поэтому он это считает самым главным служением ему. Если отец потерял своего сына, что будет для самым главным служением, для счастьем для такого отца? Можно, конечно, для него делать какие-то подарки, но счастлив он будет больше всего тогда, когда ему вернут его потерянного сына. Вот тогда будет больше всего благодарным. И в этом мире все, они как потерянные сыновья. И поэтому больше всего Кришна будет нам благодарен и счастлив нашим служением, если вот это будет нашим главным служением. Если мы сможем сами, да, если мы можем это знание о нем доносить другим в правильной форме. И поэтому Махарадж говорит, нужно нам всем проповедовать, учиться. Если мы хотим получить высшие результаты от своего баджана. Окей, хорошо. So I can tell the story how this father and take this son to get some fire, how he lost. Anyhow, I tell this story. Uh-huh. I tell one story. You can try removing this all story when the preaching. If you tell this story, you know, they can everybody easily understand what are you doing. Uh-huh. Есть одна очень простая, наглядная история, по которой важно. Tell everybody. Махарадж сказал, сейчас он расскажет эту историю, мы сейчас эту расскажем, но завтра утром Махарадж у всех нас спросит эту историю. Поэтому слушать нужно еще более внимательно. Мария, давай иди. Лучше записывать. Так вот. Кому дать листок? Для того, чтобы... Нет, у меня нет, я жду, кто принесет. Дайте, пожалуйста. Должен каждый о себе позаботиться. Нет, кому нужна ручка? У меня ручка есть. Давай, ручку дали. Ну вот я принес ручку. Я пожалуйста, одну. Вот еще ручка есть. У меня все есть, Мне не нужна? Дулеша, дай листочек сундуку Палу проводить. Ну ладно, запоминай. Итак, история. Очень наглядный пример для того, чтобы несложным языком обрисовать все, что происходит в этом мире и чем занимаются вайшнавы. Однажды была большая ярмарка, приехала в город. Открыли лунопарк, много каруселей, много лавочек, где продают разные вкусности. Сахарную вату, конфеты. Весь город туда сошелся. И пришел туда отец с сыном. И когда сын шел со своим отцом, он с таким, с такой страстью, с таким смотрел, с таким живым интересом смотрел на все эти карусели безумные, на все эти сладости, которые вокруг были. Он был так счастлив. И вдруг так получилось, что в толпе они потерялись.
сын перестал чувствовать руку своего отца, а отец потерял своего маленького сына. И тогда, когда они это поняли, отец не мог найти себе покоя. Он все метался искать своего сына. А ребенок, он просто начал плакать и не униматься. Плакал навзрыд. Папа, папа, папа. Вокруг стали собираться люди. Думают, ну как же утешить ребенка? Где же его отец? И они стали давать ему конфетки. Стали, пытались ему рассказывать, там, смотри, какая красивая карусель. Смотри, какой интересный шарик. Тот же самый ребенок, который 5 минут назад радовался этим каруселям, этим шарикам, этим конфеткам, сейчас он, ему не интересны были ни шарики, ни конфетки, ни карусели. Ему нужно было только что, чтобы папа рядом оказался. А иначе ему все то, что радовало его до этого, ему просто перестало интересовать. И тогда один человек, он заметил о том, что там вдалеке мечется один взрослый человек. А здесь ищет своего сына, а здесь маленький мальчик не унимается. И он пошел к отцу и сказал, что вот там маленький мальчик плачет, его все успокаивают. И он отвел туда, к сыну. И когда сын увидел отца, и когда он его снова взял за руку, он был так счастлив. И через 5 минут забыл обо всем. Ему опять стали нравиться эти карусели вокруг. И опять он стал просить эти шоколадки, к нему вернулся вкус. Все шарики опять стали интересным. Что это за пример показывает? Пример показывает о том, что только лишь когда мы чувствуем, что мы со своим отцом, который может о нас позаботиться, нас защитить, который может нам подарить карусели, конфеты. Только когда мы с ним, тогда нам и карусели нравятся, и конфеты нравятся. Весь этот материальный мир — это большой лунопарк, в котором много чего интересного. Но мы так давно потеряли своего отца, что мы пытаемся как-то интересоваться этими каруселями. Но удовлетворения от этого не получаем. Какое-то время, может быть, какая-то карусель интересная, а все равно внутри потом не достает чего-то. И только лишь когда человек обретает свою реальную связь со своим вечным отцом, когда он реально видит, что отец его опекает и защищает, и он может сделать все, что для своего ребенка, вот тогда ты совсем другими глазами смотришь на этот материальный мир. Тогда для тебя этот материальный мир уже не мир страданий. Тогда этот материальный мир для тебя мир счастья и любви становится вдруг. Сразу тот же самый мир, который 5 минут назад, он был для тебя абсолютно неинтересным, безвкусным, смерть, болезни. Тот же самый мир, когда ты имеешь свою связь со своим отцом, становится для тебя осмысленным, замечательным, полным огромных возможностей. Эта история говорит о том, что и как благодарен становится отец, который к нему привели этого сына. Да он для этого человека, он все что угодно сделает, потому что ему сына вернули. И вот так же Кришна, он говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто ко мне приведет моего потерянного сына, хотя бы одного, если мы в своей жизни хотя бы одного человека приведем к Кришне, что у него появится его взаимоотношение с ним. Даже одного человека, это уже значит, что наше служение для Кришны было самое высшее. Кришна будет более... Кришна говорит, что для меня такой человек будет более всех других дорог. Если мы на самом деле любим Кришну, и если мы на самом деле хотим ему послужить, то нам нужно сделать так, чтобы к нему вернулись его потерянные сыновья. Асид Кришна и Бхагавад-гита said that those who bring for me my lost son, they will be the most dear for me. So if we really love Krishna, then we will help to bring his lost sons to him. Хорошо. Now, somebody telling, oh, what are you doing? You know, somebody telling you doing some social work. You know, he's a very poor person. He helped them, gave somebody cloth. He have not cloth.
he have not given bread, bread and butter, he have not given bread, butter, some sickness, you can some medicine, you know. So different, different sampradaya, they are different, different to you are. But tell you are, what are you doing? You are always doing mridang karta, Hare Krishna, Hare Krishna, only doing. You are doing Hare Krishna, Hare Krishna. Huh? All chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare. Now somebody asks me, maybe asking you, what are you doing? You can tell this story, such a story, you know, like this, you can tell what are you doing. Итак, некоторые считают о том, что самое важное – это кому-то делать какое-то материальное благо. Нужно, люди болеют, нужно для них строить больницы, нужно помочь им лекарством, нужно помочь им деньгами или одеждой. Вот это реальная помощь. А то, что вы там сидите и поете, в этом смысла никакого нету. На Украине люди погибают. А вы тут что делаете? Поете, сидите. Какой от вас толк? И вот так же можно услышать очень много упреков по этому поводу. Как же объяснять людям, вот как раз через эту историю, конечно, вменяемому человеку, о том, что какую бы ты ни делал помощь в качестве лекарств, одежды, больниц, ты никогда этого человека не спаснешь ни от рождения, ни от смерти, ни от болезней. Ты никогда его не спаснешь от следующей войны. Он не в этой войне, он не сегодня, так завтра помрет. Ты никогда его не спасешь, ты никогда ему не дашь даже счастья настоящего. Даже в каком-то виде удовольствия не дашь, оно все равно для него кончится теми или иными болезнями. Настоящее благо – это только тогда, когда человек, он начнет совершать бхакти, и когда он выйдет из этого материального мира полного страданий. I said, if we give medicine, if we help, it is not real help. Only if person will start doing bhakti, and then he will leave this world of death, then it is real help. When we do kirtan, then we do connection between, he will start do bhakti and then go into Krishna. Yeah, so the story, you know, the story he gave teaching, you know, the story he gave teaching, where this father and son, they are different. Now this son is the weeping, you know. Somebody try to pacify to him, give some chocolate. Or little bit, even chocolate looking, oh, this baby, chocolate. Again, weeping, oh, my papa. Then somebody get tired. Then said, they will happy. Again, weeping, papa, papa. Somebody give some sweet. Then papa, some little time, becomes little happy, then starting the weeping. Like this material world, sometimes you are weeping, why? Our original father is the Krishna, I love to him. So weeping, but sometimes this material world, try, you are thinking maybe, you know, if you got nicely study, then you are happiness, study. Then think when doing, you know, doing nice one job, then happiness, you got job. Then think you boyfriend, girlfriend, then happy, you got it. Sometimes if you got make a nice house, then happy. But if this material person, they are not getting happiness, they think maybe, got happiness, happiness, happiness. But life is the going. And когда в этой истории маленький ребенок плакал, telling even preaching this way, can preaching. Try hearing and learning this thing. Махарадж говорит, слушайте, говорит, внимательно, и через вот эти примеры просто рассказывайте, через простые примеры рассказывайте о этих глубоких истинах. Когда маленький ребенок плакал тогда, без отца, взрослые пытались его утешить. Они давали ему шоколадку. Он посмотрит на шоколадку, шоколадка, и плачет начинает. Взрослые давали ему что-то интересное, он на какое-то время смотрел на это, а потом все равно плакал, потому что отца не было рядом. Вот точно так же в этом материальном мире, чтобы нас не заинтересовало, но заинтересует нас только на короткий промежуток времени, потому что нам нужно другое, даже если мы сами этого не понимаем. Человек, живя в этом материальном мире, он всегда живет мыслью, мечтой, надеждой на счастье в будущем. Думая о том, что счастье он получит в материальных взаимоотношениях этого мира. Сначала он думает, вот,
все пойдут в школу, я пойду в школу, и тогда я вот когда я закончу школу, вот тогда я буду счастливым. И он ходит в школу, и когда школу заканчивает, он понимает, ну ничего тут особенного нету, школу закончил. Вот в институт я сейчас пойду, в какой-нибудь хороший факультет. И он уже начинает рисовать себе, грезить по поводу того, как он потом получит диплом и как он будет работать в этом качестве, вот тогда он будет счастливым. Но когда он заканчивает, учится там в этом высшем университете, работает по своей профессии, он думает, ну пусть сейчас нету, пусть оно... Зато если я сейчас... Вот есть замечательная девушка, я вот сейчас с ней заведу семью, у меня будет хороший, надо сейчас просто немножко потрудиться, еще поднапрячься несколько лет. У меня будет хороший дом, хорошая девушка, вот и тогда будет счастье. Тогда мы с ней заживем весело и счастливо, у нас будет полный дом счастья. Но потом, когда он, получается, женился, какие-то проблемы пошли. Дом появился, еще проблемы пошли. Дом нужно постоянно... С домом проблемы, с семьей проблемы, а вечных взаимоотношений нету, во взаимоотношениях проблема, дети появились, дети тоже счастье, они обязательно должны принести счастье, появляются дети, но с ними приходит очень много других проблем, из-за которых ты уже потом, ну хорошо, ну дети вырастут, они будут обо мне заботиться. А потом ты начинаешь понимать о том, что ты для детей тоже не нужен, ты нужен только для того, чтобы передать им дом, передать им деньги. А вот ты для них вроде как всю жизнь старался, ты для них всю жизнь работал, а в итоге благодарности ты никогда не получаешь. Нет жены, от которой приносил деньги, нет детей, на которых ты всегда работал. Они все равно начинаешь чувствовать и видеть о том, как они тебя используют, о том, что им нужно не ты конкретно, а то, что у тебя есть. А потом наступает старость, и тогда все остальные тебя просто начинают не замечать. И вот так человек, он всю свою жизнь, он приложил множество усилий, много сил для того, чтобы когда-нибудь обрести счастье, и доживает свои дни, просто доживает свои дни в очень... в унизительном положении, когда с ним и не разговаривают, и не замечают, и желают его смерти для того, чтобы получить вскоре от него наследство. Вот оно, материальное счастье. Хорошо. So, this story, you know, this story, you know, teaching to us this, you know, somebody gave some cloth, medicine, that, but this jeep never have happiness. When this same mela, you know, same pair, everything is going there, but it is the weeping, that meaning is that this material, all this, that, everything, but you have not any better happiness. But when it completely become happiness, when that somebody searching this father, bring to, and give this hand to hand, then no need to chocolate, no need to any, you know, no need to any tired, no need to any sweet, then it will happen. Like this Krishna telling Bhagavad Gita, बोले तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम् कृष्ण टोल भगवत गीता व्हेन यू आर कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्ण ये तमेव शरणं गच्छ कंप्लीटली सरेंडर टू द मर्सी ऑफ कृष्ण कंप्लीटली सैटिस्फाइड कंप्लीट यू आर यू नो इटर्नल हैप्पीनेस इटर्नल प्लेजर Не лекарства и одежда даруют нам настоящее счастье. Это, конечно, в какой-то мере можно назвать счастьем, каким-то временным удобствием или удовольствиями, но не настоящее счастье, благодаря которому человек будет его чувствовать постоянно и всем своим сердцем. Только Кришна говорит, что только тот, кто испытывает любовь ко мне, только вечную любовь, высшую, чистую, только тот, и является самым счастливым человеком. Хорошо. So this who is the preaching Krishna's pastime. So Brajgopis, you know, Brajgopis, they are telling who is the most greatest person. But there is the most greatest person who is the way to
Krishna Gata, this Braj Gopi is telling the... Есть, есть разные, разные дела в этом хорошем материальном мире. Но даже среди всех добрых дел, самыми добрыми является именно рассказывать людям Кришна Катху на их уровне. This displays completely unfavorable Krishna Gata. This is the good. Hari Bol, Hari Krishna. Kamla, come. Come here, Kamla. Come here.